вашем экране. И сегодня мое шоу «Трачу миллионы на шмот». И это покупки с магазина Asos. Как обычно. Куча всего. А что, вы думали, что шопоголизм лечится? И первая вещь... Я решила заказать обувь. Не знаю зачем. Мне просто понравилось, что это такие в стилистике носка. Хотя это уже давно не модно. И пахнет странно. Просто я очень долго лицезрела такую обувь на своей подруге. Я решила, что мне тоже это нужно. А мне нравится. Но, скорее всего, я их верну, так как на них какая-то непонятная хрень. Сейчас покажу. И они похожи на то, что продается на Алиэкспрессе. То есть выглядят они так, будто их только что склеили. Мне не нравится. Вот так всегда. Впервые мне что-то подошло, и оно оказалось бракованным. На дворе уже август, а это значит, что пора запасаться шубами. Это прикольная толстовка-шуба приятного такого розового оттенка. Она с капюшоном. Подкладка самая обычная. О! Найс. Я гламурный гопарь. Очень приятный крой. Очень приятный мех. Искусственный, конечно. Вы что? Самое забавное, что буквально на следующий день, как я зашла на сайт, ее уже купили. Я успела ее урвать. Шуба сама от фирмы Asos, но она очень клевая. Тем более, что она как толстовка. Со всякими завязочками, большими карманами и меховым капюшоном. Конечно, в идеале бы подкладка была бы меховой, но тогда бы она стоила не 5000, а все 15. Идем дальше. Следующее это... Нижнее белье, комбинация из верха и низа с ромашками. Это мои вторые по счету любимые цветы. Но если вдруг вы найдете какую-то комбинацию с подсолнухами, пишите в комментариях где угодно, я просто обязана буду это купить. Обычный такой бюстгальтер без косточки. Самое то для моей фигуры. Че поддерживать-то? Надеюсь, меня не забанят. Но ничего неприличного. Просто нижнее белье. Причем трусы вполне можно назвать... бабкиными, потому что они с завышенной талией. Но я давно таких хотела, они очень круто смотрятся. Идем дальше. Это свитер. С виду самый обычный. Ну да, ничего интересного. Самый обычный свитер. Вроде он бойфренд. Да. Но это не мужское, это именно женское. Приятная вязка, не настоящая шерсть. Что можно хотеть за такие деньги? Мне нравится вырез и то, что резинка и сверху, и снизу, и на рукавах.
При том, что резинка такая, которая не очень сильно стягивает, поэтому вы можете не переживать за свое кровообращение. Приятный такой светло-розовый цвет. К шубе подходит. Ну, конечно же, это оверсайз. При том, что это сам размер. Да, 32-й, самый маленький. Дальше будет интереснее. Два золотых платья. Первое платье идет с запахом. Запахом. Никогда не любила это слово. В детстве всегда называла запахом. И думала, ха-ха-ха, юбка с запахом, ха-ха-ха, чем она воняет. Ха-ха-ха, юбка с запахом, ха-ха-ха, чем она воняет. Как не любила слово, так и не любила, как это завязывать. Тут две штуки. Нет. Тут одна штука. Ладно, придется смотреть, как это должно смотреться. Ага, платье нашла. Но инструкции тут нет. Фига себе оно стоит. Ну, мне очень нравится цвет. Прям золотой-золотой. Значит, завязываем эту штуку. Вот это. Вот так вот. И что-то не то. Но если вот так вот, то что-то нормальное. Вроде бы. Не очень. Я бы его оставила, если бы я знала, как его надевать. Ребят, кто знает, как правильно запахивать платье с запахом? Пожалуйста, напишите в комментариях, а то я задолбаюсь так. А так, по текстуре, это опять-таки мятый бархат. Рукава идеально мне подходят. Вот прям вот тютелька в тютельку. А то я обычно заказываю себе вещи, которые как ворона, или наоборот, которые я постоянно закатываю. А тут вот прям полноразмерный рукав. И по длине все прикрывает. Мне кажется, что пока я рыжая, этот цвет мне очень подходит. Смотрим второе золотое платье. Ну, ясно. Это не для моей грудной клетки, точно. По длине оно такое экстравагантно взрослое. Но вот это вот, вот куда это, ну... Будь у меня побольше грудь, может быть, это и выглядело как-нибудь... Но, к сожалению, я опять как какая-то золотая глиста. Здесь очень интересно сделана юбка. Идет двойной слой ткани и разрез. И сделано так, как будто бы он стянут резинкой. Что придает интересность этому покрою. Огромное декольте. Просто огромное. У меня оно чисто болтается. Но если у вас хорошая фигура и имеется хоть какая-нибудь грудь, то это платье вам прекрасно подойдет. Ну и по длине оно вполне себе приличное. Даже этот разрез смотрится приемлемым, мне кажется, для любого события. И стоит эта прелесть как-то вот не очень. Но по цвету классное. Обожаю золотое такое. При том, что золотые украшения я не люблю и не ношу. Ну, слишком вычурно смотрится. Сказала Наташа, сидя в золотом платье. Полуголая. Ярко накрашенная. Дальше. А дальше у нас это другое платье. И его уже нету на сайте, поэтому фотографии вам нормальные предоставить не могу. Сразу смотрите, как оно выглядит на мне. Интересное по крою, но опять-таки слишком короткое. Слишком короткое. Цветочный принт, вообще потрясающий, такой бабка-стайл, но современный бабка-стайл, мне это очень нравится.
Не нравится мне тут единственное, что сетчатая верхушка здесь с пайетками. На пересечении ромбов круглые пайетки. Я что, в 2000-х? Какие пайетки? Вот они блестят. Свободный крой. Меня так радуют такие вещи, у которых свободный крой. Пошел в гости, хочешь поесть. И можно есть сколько угодно, потому что твоей талии не видно. Очень радуют такие крылышки на рукавах. И здесь присборено бархатной тесьмой. Но по рукам коротковато. Ну, я не знаю, оно только прям бэби-долл, бэби-долл. Но будь я пониже ростом, я бы его взяла. Ну и к тому же оно очень дорогое. И стоит эта прелесть до хрена. Смотрим дальше. Черное ведьмино платье. Запахом. Блин, самое обидное в том, что оно было упаковано в том варианте, как оно должно было выглядеть на человеке. Но чтобы его надеть, мне пришлось это все расплести. Оу, такой халатик. Офигенное, господи Иисусе! Ребята, оно охрененное! Охрененное! Ребята, это платье моей мечты! Вы видите эту юбку? Охренеть! Так, спокойно, Наташа. Сейчас. Так, здесь есть дырка, в которую продеваем один из поясов. Затягиваем. И где-нибудь так вот сбоку делаем бант. Ага. Офигенно! Почему рукава такие короткие? Чёрт! Офигенно! Господи! Я чувствую себя, будто я умею танцевать. Танцы со звездами. Как они там это делают? Ладно. Но юбка потрясающая. Размер 32, то есть четвертый, то есть самый маленький, который я смогла найти. Я чувствую себя ведьмой-танцовщицей. А мой цвет волос этому способствует. Оно классное. Вот рукава коротковатые. Но они раскрешенные, поэтому плюс на минус равняется что? Ноль. Поэтому я не знаю. Что скажете? Кружево на всех плечах, сзади и спереди. И так как оно запахом, тут, конечно, тоже открыта вся моя стремноватая, худая, грудная клетка. Но здесь, по крайней мере, не такой большой разрез на декольте, поэтому все прилично. Просто разрез на груди, и все в порядке. Асимметричная юбка, которая создает эффект, что вы пришли только что с шоу «Танцы со звездами». Эти платья с запахом, они меня смущают. Нитки выглядят не очень. Это нитка-пояс. Но зато асимметричная юбка великолепна. Но, скорее всего, я его не возьму, потому что, ну, блин, оно с запахом. А я не знаю, как носить вещи с запахом или с запахом. Вроде оно красивое, но как я представлю, что и по всему периметру моего платья вот такой непонятный поясок. Этот пояс вообще ни к селу, ни к городу. Он стрёмный, он некрасивый. Если бы это было платье просто, ну, без запаха, а просто платье-платье. И с такой же юбкой, и даже с теми же короткими рукавами, я бы не думала. Потому что оно черное и бархатное. Не быть мне ведьмой-танцовщицей. И стоит эта прелесть. Почти фольгированная юбка. Да, я использую странные определения. Она как фольга, только с переливами нефти. Ну или единорожная фольга. В зависимости от этого и делайте свои ассоциации.
нефтепромышленник вы или принцесса. А юбка, вот она. Завышенная талия, она без карманов и она мятая. Она мне напоминает разводы от нефти, по которым пробежал единорог. Я бы ее лучше сделала на резинке, потому что, ну, все-таки она большевата на меня. Если я поем, она будет мне как раз. Если я буду ходить в ней так, она выглядит, ну, она великовата мне. Либо я ее возьму, а потом вошью в нее широкую резинку, чтобы она утягивала, либо я ее не возьму вообще. Но по цвету прикольно. Такое ко всему подойдет. Но, конечно, мне, как ярому фанату Вассермана, очень не хватает карманов. Юбка, тем более с завышенной талией, то есть там больше площади, где можно расположить карманы, а их нету. У нее еще есть полупрозрачная белая подкладка. Ну так сделано, как будто это искусственная кожа. Очень красиво переливается. И стоит это нефтяная единорожная радость. И последнее, и самое интересное я оставила напоследок. Это моя мечта стать балериной. Ладно, ладно, сделаю какой-нибудь красивый бантик. А то я же это все снимаю, чтобы это было красиво. И натягивать носочек. Ну, завязывать его можно как вашей душе угодно. Можно даже и здесь бантик сделать. Почему бы и да. Мне очень нравится, что они делают плотную текстуру ткани на пальцах. Из-за того, что ногти на ногах почему-то растут быстрее, носки рвутся от этого чаще. Но тут они делают попытку этого избежать. Пяточку тоже можно было бы сделать из плотной ткани. А с вами была Лола Ворона, распаковывала свои покупки с магазина Asos. И, видимо, я опять все буду возвращать, кроме ромашек и носков. Но я не знаю, поэтому пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу той или другой одежды. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Пока!